Ну что, привет всем! Пришла весна, наступили теплые деньки, самое время выходить на велики и кататься. Но сегодня у меня видео не про это. Я холодными зимними вечерами, как наверняка многие из вас, поназаказывал себе всякой ерунды с AliExpress, с других интернет-магазинов. И они вот сейчас все поприходили, и вот самое время заняться их распаковкой. И на некоторые из них я сниму обзорчики. Думаю, что вам будет интересно. Подписывайтесь на канал и смотрим дальше. Начнем с самого габаритного. Будем потихоньку освобождать место, чтобы для гаджетов, которые требуют обзора и большего внимания, вам осталось больше пространства. И что, погнали. Вот у нас велосумочка, очень классная, водонепроницаемая, ну как бы влагозащитная. Молния. Есть лямочки на липучках, крепятся они. Хотите на руль, хотите на раму. И есть удобные крючки, можно через плечо, есть длинный ремешок. Вот такой вот ремешок. Можете его одеть через плечо, если вам нужно что-то нести в ней с собой. Внутри есть дополнительный кармашек. Есть сбоку кармашек на резиночке. Вот такая вот сумочка есть. Лямки, я не знаю, что здесь за них можно зацепить. Но, тем не менее, насос можно сюда засунуть. Вот такая сумочка. Стоила она тысячи копейки, где-то около $5. Стандартная ее цена около 8. Вот такая сумочка. Двигаемся дальше. Дальше у нас посылка. Это машинка для стрижки. Моя старая вышла из строя. Я ей брею бороду. Для того, чтобы не пользоваться каждый день станком, машинкой удобно. Раз в неделю. Тоже стоила она копеечки, около $5, я сам был в шоке. Есть насадки разные, но они мне не нужны. Самая главная фишка — это что зарядка у нее Type-C. И тут типа что-то типа инструкции, непонятно. И сама машинка. Вот такая вот. Корпус у нее пластик анодированный, выглядит как металл. Ну, сделано очень добротно. Здесь у нас есть вот зарядный порт, кнопка включения, она же там переключение числа оборотов, не знаю для чего это, конечно. Ну и вот так вот она включается. Есть дисплейчик, который что-то отображает. Ну, в принципе, главное, чтобы видеть заряд, сколько осталось у вас заряда, чтобы вы в один прекрасный момент не включили ее, а она не работает. Вот такая машинка. Но пока я рассказываю, вы можете в комментариях написать, на какие гаджеты вы хотели бы увидеть обзор. А в следующем у нас на распаковке это не совсем смарт-хоум, он для смарт-хоум. Это умный выключатель. У меня их уже в доме достаточно много. И это один из немногих, который я просто решил заменить. Мне не хватало места. И я заказал с 4 клавишами. Ну и здесь еще розетка управляемая. Я уже один установил. Выглядит это примерно вот так. Кранчик. Рассчитываем связь. И вот такой вот у нас красивый выключатель. А у этого выключателя полностью все умное. Умная розетка и 4 клавиши подключаются к Smart Home. Единственный нюанс, я подключил, и в Яндекс Алисе он не видит как 3 отдельных, он видит как 1. Возможно, в ближайшее время это исправят, но на данный момент для меня это проблема. Если хотите обзор на эти выключатели, пишите в комментариях, а мы продолжаем распаковывать. Ну и следующим у нас на распаковке это вот такая вот красивая коробочка. Тоже заказывал на скидках. Это лазерный дальномер. Давно хотел себе дальномер, потому что иногда рулеткой одному даже мерить неудобно. И вот я себе заказал, он стоил около $12. Он на 120 метров.
Сразу скажу, из недостатков я что у него увидел. На солнце он блеклый. А так, в остальном, в принципе, задача исправляется. Можно померить расстояние, можно померить периметр, можно... Функций много. Захотите, напишите в комментариях, сделаем на него отдельный обзорчик. Вот такая вот штучка. Очень нужная. Особенно мужчинам, которые дома что-то делают сами. И следующее устройство, это у нас вот такой вот гимбл, стабилизатор для телефона. Не знаю, он мне особо не нужен, но иногда помогает. Самый простой заказал, он без всяких умных функций, просто держит ровно телефон в горизонтали, вертикали. Приложения для него никакого нет. Есть вот у него в комплекте такой чехольчик, чтобы его носить мягкий. Есть треножка, чтобы установить его на стол. Есть зарядный кабель, тоже USB-C. Что немаловажно на сегодняшний день. Все устройства уже такие. Ну и главная его фишка, что он очень компактно складывается. Вот такой вот он. Тоже захотите, сниму на него обзор. Нет, значит в топку. Будет лежать до лучших времен. Пунктов управления не так уж много. Пару кнопочек. Не знаю, можно его даже использовать как powerbank. Ну, я говорю, захотите обзор, сниму на него обзор. И заодно протестирую, можно ли его использовать как powerbank и так далее, с какими телефонами он дружит. Но сразу говорю, приложения для него никакого нет. С телефоном не коннектится. Максимум только кнопка записи. Ну и как обычно на десерт самое вкусное. Самое вкусное, вот осталось две коробочки. Тут уже, наверное, что-то видно. Это была моя мечта. И это подарок моей супруге мне на 23 февраля. Пришло оно достаточно быстро. Это велорадар с фонариком. IGP Sport SR30. На него я сделаю 100% обзор. Поэтому даже не буду распаковывать. Просто показываю вам, что вот он у меня есть. И это моя мечта сбылась. Потому что у меня велокомпьютер BSC300. И он как раз с ним подключается. Все, откладываем в сторону. Ну и так как я люблю путешествовать, самый лакомый кусочек вот я оставил напоследок. Это у нас камера Insta360. Как бы GoPro хорошо, но Insta360, она интереснее. Это вариантов очень много, возможностей много. На нее тоже сниму обзор отдельно. Пока что вот так вот она выглядит. Есть разъем для крепления штатива, палки удлинителя, селфи-палки. Там аксессуаров к ней очень много. Жду, заказал к ней аквабокс, потому что предполагаю нырять. И под водой съемка тоже будет интересная. Но, говорю, над ней обзор тоже отдельно. Захотите, сниму. Пишите в комментариях. Буду рад любой критике. И, как там говорят, люблю вас, хейтеры. Хейтеров хватает. Хоть у меня канал небольшой. Но все равно спасибо тем, кто меня смотрит. Подписывайтесь. Буду стараться для вас. Все, до встречи. Смотрите мои обзоры. Пока-пока.